Тип чему ты найди мы танет, ки ёлгала кинин эрехтаридин надо. Кинин канмапол тамунгала дилин канмадин тан канмэ асидин надо. Приветствуем новых чемпионов! Подходим, не стесняемся, мы ответим на все ваши вопросы. А если мы и правду победим, кому нам посвятить победу? Моему другу Мишке! А у тебя есть друг или подружка? Эх, тебе нужна подружка. Главное – произвести первое впечатление, удивить и поразить. Привет! Посмотри, как ловко у меня получается! Ой! Какие вы важные! Мне от смеха даже жарко стало! Постой! Жарко! Ха! А что спасает от жары? Что-то круто освежающее! Как ты круто придумал, олень! Увидев такую гору льда, девочка удивится и обязательно со мной познакомится! Главное успеть с доставкой, пока ледяная горка не растаяла. Канмапол эн малилье мит челенджили тан подарки манжет эл шахиэлья. Кажется, льдина разбилась. Освежиться не получится. И что теперь делать? Чем удивлять? Эх, знакомиться – это так сложно. Ах, вот оно что. Сейчас что-нибудь придумай. Хамедзин клел алмаджи мамэх, тан ёсин верхал, тат мусилбэк, ябэйдила, фидэл, мороженое лэк, амэл. Вот. Привет, меня зовут Витя, угощайся. О, это же настоящее мороженое, спасибо, я Аня. Теперь ты понял, чтобы у тебя появился новый друг, не нужно притворяться крутым чемпионом. Важно оставаться собой и сделать что-то хорошее, а не прыгать выше головы. А что значит выше головы? А это ты у оленя спроси. Тамунгат порыпте анупки кейс манут. Якоджингат тет чмолбэдэк кинмэдэк.